Привет, друзья, привет, YouTube. Здравствуйте, дамы и господа. Прежде всего хочется поблагодарить всех моих зрителей, всех подписчиков и спонсоров. Вот, и хочу вас поздравить с праздником прошедшим. Спасибо за поздравления. Вот. И сегодня в этом видео я буду писать картину с цветами. Что это за цветы, если честно сказать, я вам не скажу, не знаю. Вот захотелось такие просто желтенькие, солнечные, красивые цветочки, вот чисто по-весеннему, знаете. И на заднем, на дальнем плане будет, возможно, это либо сирень, либо это, как это называются, такие бывают цветы ранние весенние, в лесу обычно они появляются, такие голубенькие, синенькие, ветреница, не знаю, в цветах я не очень разбираюсь, но вот как-то так. Итак, вы видели в этом видео, значит, сначала я сделала предварительный эскиз акварелью, вот, и потом мне захотелось выполнить этот эскиз, перенести уже нам в масле выполнить, исполнить. Работу начинаем, да, в... Не могу сконцентрироваться. Да что ты будешь делать? Вот. Работа начинается с того, что мы намечаем сначала цветочки, где они будут расположены. Вот. Потом, значит, прописываем фон. Фон. Кстати, данная работа выполнена на двух спектрально противоположных цветах. Это фиолетовый и желтый. Все спектрально противоположные цвета, если их включать в картину и брать их как за основные, наверное, вот, то ваша картина будет от этого, в общем-то, выигрывать. Потому как спектрально противоположные цвета, они, не знаю, как это объяснить, делают картину ярче, привлекательнее. Какие это цвета спектральные? Это красный, зеленый, фиолетовый, желтый и синий и оранжевый. Вот, если вы будете строить картину на этих цветах, у вас будет красивая, привлекательная картина. Вот в данном случае моя это фиолетовый и желтый взяты за основу. Фон фиолетовый. Кстати, он не очень-то видно, но в одном углу он такой поярче фиолетовый, а в другом углу он такой серо-фиолетовый, чуть-чуть приглушенный. Вот. Итак, фон мы сделали, нанесли, цветочки мы наметили, голубые цветочки тоже наметили сначала кисточкой, потом где-то пальцем. Вот. То есть работа идет не только кистью, не только мастихином, а всеми вспомогательными предметами, в том числе и пальцем тоже. Вот. Где-то я подрастушевываю, это очень красиво тоже смотрится, когда красочка чуть-чуть подрастушевана. Растушевать ее можно как пальчиком, так и кисточкой. Специально для этого есть кисти растушевочные. Я уже их показывала в своих видео, по-моему. Вот, они такие мягкие, для этого дела нужны мягкие кисти. Ну, собственно, сначала цветы прописываются, как те, которые на дальнем плане, это именно синенькие вот эти цветочки. Вот. Следующим этапом, друзья, я буду наносить зеленые листики абсолютно хаотично, абсолютно бесформенно, просто как бы, чтобы показать, что это типа листики, именно как бы наметить. Прописывать пока ничего не буду, просто вот
хаос, такой хаос, зелененький хаос. Вот. После этого, наверное, мы будем рисовать уже сами цветы желтые непосредственно. В этих цветах я буду использовать очень много цветов на самом деле. То есть это будет и от индийской желтой, по-моему, начиная, до лимонной желтой. Это и кадмий темный желтый, и лимонный кадмий, и, по-моему, оранжевый кадмий. Ну, палитру вы видели в начале ролика, я ее показала, правда, не озвучила вам. Ну, там все довольно просто. Вот. Серединка у цветов это, если я не ошибаюсь, либо венецианская красная, либо сиена жженая, либо английская красная. Вот. Что-то из этого я уже сейчас не вспомню. Но любой из этих цветов подойдет для серединки, сердцевинки цветов. Вот. Сначала, конечно, наносятся темные цвета, и по мере потом уже по мере высветляются, скажем так, постепенно высветляются там, где надо, в тех местах, в общем-то. Вот. Цветы у меня получатся довольно-таки объемные, такие немножко текстурные, потому что на цветах краски много. Вот. Как вы видите, я и пальчиком их, и опять, если не хватает темноты, мне я опять наношу краску обязательно. То есть контраст должен быть. За счет контраста выигрывает как бы картина тоже. Вот. Мастихином, да, аккуратненько наношу желтенькую краску. Но опять же, это не самая светлая желтая, по-моему, это, по-моему, средняя или темно-желтая. Самый последний цвет буду наносить лимонный желтый. Вот, в качестве бликов, наверное, так. Ну а я, друзья, с вами не прощаюсь. Я желаю вам приятного просмотра. Всех благ. До новых встреч. Ой, ясного неба над головой. И до новых встреч. Пока-пока.